Иногда мне кажется, что я не такой, как другие. По жизни я иду, как и все остальные люди. Привет, Карен. Давай, Дэй! Да! Все, договоримся! Да! Но в душе я себя чувствую чужим среди своих. Алло. Нейтан, я должна тебе кое-что показать. Я нашла сайт, на котором видно, как могли бы сегодня выглядеть давно пропавшие без вести дети. Как моя фотография могла оказаться на сайте о пропавших без вести? А если все это правда? То что за люди живут с тобой под одной крышей? Миссис Харпер? Да. У нас есть пару вопросов относительно вашего сына Нейтана. Сынок, спасайся! Беги! Нейтан Прайс – особо ценный объект. Вчера на его семью напали, но он сумел вырваться. У нас есть 36 часов, чтобы найти парня, пока это не сделали они. Вдруг все вокруг меня начали погибать. Тебе нужно отсюда бежать, Нейтан. Кто вы? Я друг твоего отца, твоего настоящего отца. Мне нужны записи всех видеокамер. Отслеживайте всех, кто хоть раз с ним заговорил. Как меня на самом деле зовут? Кто эти люди? Им нельзя верить. Послушай меня, Нейтан. Мы все равно тебя найдем. Только если я сам не найду вас первым. Ух ты! Кем бы ни были эти люди, чего бы они ни хотели, я должен их остановить. У тебя есть кое-что, принадлежащее мне. И пришло время это вернуть. Как планируешь поступить, Нейтан? Доверься мне. Подумай о последствиях.